Говорят, что каждый талантлив по-своему. Вот у меня, например, талант приглашать будущих звезд. Не верите, смотрите. Выходите, кто там? Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Атом Кумар Булат. Каламжан. Каламжан. Да, с чем пришли? Чем будете удивлять? Кандай өнер? Экстрим шоу. Экстрим шоу? Дайымыз ба? Дайымыз. Уайым жоқ қой? Жоқ. Онда сахнаға. День добрый. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Менің есімім Әуесбай Каламжан Булат. Қай жердің жігіті боласың? Чемкент. Экстремальное шоу, пока не совсем понимаю, что именно экстремального. Thank you.
Нағыз жігіт, нағыз батыр. Не пытайтесь повторить это дома, да. Шымкент, как всегда, впереди планеты всей. Я өнеріне өте тәнті болдық. Да, на самом деле очень, да. Вот реально экстрим. Экстрим, да, талантливо. Это было круто. Это было шокирующе. Это было по-настоящему экстремально, как ты нам бы обещал. Я молю тебя подумать о том, чтобы, может быть, поставить рекорд Гиннесса, связанный с высотой стульев. И, может быть, мы увидим это в нашем шоу. Мне очень понравилось. Браво! Мне было страшно за вашу жизнь. Вы еще когда треугольником поставили, я на вас вот так вот смотрела, думаю, не дай бог, не дай бог. Вот если нечаянно упадете, ну, боже, это реально талант. Это реально талант, и... Спасибо. Вы знаете, вы сделали наше настроение. Честное слово. Рахмет. Рахмет. Абсолютно бесспорно, что тут думать вообще. Я говорю да. Я вам говорю да. Да, я говорю да. У тебя 4 да, и ты проходишь следующий тур. Сахнада Ғалымжан Әуесбай. We'll be right back.
Галымжан Эмеспай, Казахстан! Ай, жарайсы, керемет. Галымжан, у меня вот невероятные эмоции, даже когда сбоку смотришь. Просто. Дорогие судьи, ну, что скажете? Я могу сказать, что это просто невероятно. Еще раз я хочу услышать аплодисменты нашего зала. Галымжан, мы увидели обещанный тобой прогресс после судейских прослушиваний. И если нашим мнением или мнением народа вдруг ты окажешься в гранд-финале, то, конечно, надеюсь, та идея, которую, я знаю, ты вынашиваешь, чтобы на просто невероятную высоту подняться и, может быть, даже поставить мировой рекорд, может быть, ты реализуешь. Я бы хотел пожелать тебе именно этого. И еще раз аплодисменты. Спасибо. Рахмет, Галымжан. Осы трюктерді жасау үшін түнімен ұйықтай алмайтын күндерім болды. Қалай болады, қалай шығады, мен қалай тұрамын, қай жерінен ұстаймын, қай жерінен тұрамын. Барлығы да менің басымды, миымды айналып атады, сол маған ұйқы бермейді. Мен барған жерімнен жеңісті алмай қайтпаған, жеңіске жетем деген ой бар. We'll be right back.
Ваши бурные аплодисменты, Галымжан Ауизбай, Республика Казахстан. Очень важная часть нашего номера, и в прямом эфире это можно увидеть, то, как Галымжан спускается со стульев с этой пирамиды. Давайте ему поаплодируем. Ситора, каково это наблюдать, такое экстремальное шоу? Мы видели, что ты перепугалась. Серик, это страшно, это очень страшно. У него стулья шатались, я уже сижу и говорю, да боже мой, все, Галымжан, остановись. О, боже, это самый опасный трюк. Но спасибо. Подобный, Галымжан, ты бесподобный. Энрике. Шикарный. Ваш комментарий. Мой комментарий. Галымжан, бауырым. Қанаттарың талмасын, самғай бер. Бейк шыңдардан көрейік сені. Жолың болсын. Рахмет. Гүлнор. Удивительный номер. Каждый раз вы зал держится в напряжении. И это круто. Спасибо. Алавудин. Галымжан Батыр, мне действительно искренне было как-то страшно за тебя. Я переживал и... Ты сделал это, и я думаю, согласятся со мной и зрители, и телезрители. Удачи тебе, молодец. Галымжан, сколько было стульев и высота? Во всем мире в такой высоте, такой трюк еще никто никогда без страховки не сделал. Я это сделал! Браво! По результатам голосования победителем от Республики Казахстан становится Галымжан Ауезбай! Галымжан, прошу в центр, бурные аплодисменты, первый победитель. Баршаларыңызға үлкен рахмет, өте қуаныштым. Он просто от волнения не может выловить одного слова. Галымжан Ауизбай, победитель проекта от Республики Казахстан, ваши аплодисменты.